сегодня мы открываем домик Пеппы. Вот мама заносит. Пеппин домик. Пеппин. Что здесь есть качельки всякие. И они не начинают. Он так раскладывается интересно, этот домик. Если И тетя. Вот он, Пеппа Джордж. Сейчас будем его открывать и смотреть, что там есть не такого интересного в этом домике Пеппы. Домик Пеппы. Скотча. Скотча Пеппи. Открываем. Откроем. Держите. Вот инструкция. Держите. Пеппа Джордж. Открываем Пеппу Джорджа. Доставайте. Я чую. Дом. Ого, какой дом. Все держится на скотче. Сенечка, а ты, может быть, пока поможешь Ули как-то достать Джорджика? Или он тоже приклеен на скотче? Пеппа. Все гораздо проще. В общем, да, какая-то хитрая система. Папа, по-видимому, нужна отвертка. Ключ, а вы пока смотрите, ключ, что там еще нет, есть. Там, видишь, внизу картонка приклеенная. Держите отвертку. Яйка. Ой, динозаврик крутится. А, кстати, в магазине Обжора был такой же динозавр, как у Джорджа. Прикольно. Дом. Да, дом. Все, сняли мы картонку, которая была прикручена на болтики. Может, там в инструкции что-то написано? Сейчас посмотрю. О. Так. Стави, немчочек. Ага, тут хитрая штука, которая берется. В инструкции нарисовано только как раскладывать и складывать. Ну, ключик сверху, скорее всего. Пеппа, тут, да. Мне кажется, все дело в скотче. Да, Пеппа. Теперь у Пеппы будет свой домик? Да. Ну, вообще замечательно. Джордж. Опа-на! Смотри, как все открылось, интересно. Опа! Домик. И крыша... А что, вторая крыша не открывается? Вот так крыша не открывается. Нет, вторая крыша не открывается. Ой, опа! А у тебя есть Пеппа? Пеппа. Ну что, давайте, собирайте домик. А где папа спит? Мама спит. Видно, они здесь будут жить одни. Свинка Пеппа и Джордж. Лестница. Лесенка на второй этаж. Это игровое. Домик. Пеппин домик. Есть.
делать. Ой, Пеппа уже поднялась в свою игровую по лесенке. Да. Уля пошла играться. Ой, а тут стульчики. Мебель. Игрушка. Ну давай, папа тоже поможет. Дайте уже посмотреть, что там внутри дома. Надь, держите диван. Давай. Держи диван. Ай-яй. Так, где там нам Джордж? Маме. Давай. Сейчас мы все соберем и покажем, что ж там получилось у нас внутри. Мы делаем тортик посадить. Давай посажу на стульчик. Да. А давай на диван мы посадим, давай? Давай. Телевизор, прикольно. Папа, открой. А где там еще ванная должна быть? Вот, держите кровать Пеппа и Джорджа. Дай кроватку. Дети. И сейчас вот приплывает к вам ванна. Дети. Да, дети. Дайте мне Пеппу или Джорджа. Ну что, давайте, может, развернем домик и покажем его нашим зрителям. А где Джордж потерялся? А кто знает? Убежал, что ли? Убежал. Пойди к папе Яне. Маме. Я лично я вижу. Маме. Ну что, разворачиваем дом и показываем его всем? Маме. Потерялся. Маме. Какая? Джорджа нет. Джорджа нет. Но я думаю, он найдется. Давай Пеппу Ванне покажем. Давай. Ой, у нас там еще и телевизор упал. А Ксюша, вот Джордж под тобой. Подо мной? Вот. Я снова. Джордж. Что, Пеппа пошла в ванную купаться? Да. Ну, а может Джорджа посадим пока телевизор смотреть? А Потя! Нет, Джордж будет купаться. В стуле. И Потя. И купаться после. Он открывается. Опа. Дети. Скажи, Пеппа, хватит купаться, иди спать. Все. Пеппу положили спать. Дети. Пеппу заставили. Да, Пеппу. Мой Джордж.